Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации продолжается. Сегодня свой гражданский долг исполнил член Коммунистической партии России Наминхан Джангаев. По его словам, данные выборы – очень важный момент для каждого жителя страны и республики. Центральный исполнительный комитет ответственно решил задачу по санитарной безопасности граждан. Ну, я считаю, что каждый гражданин должен изъявлять свою волю, независимо от того, за или против он голосует. Данный участок вот, в третьей школе оснащен всем необходимым, выдаются одноразовые маски, перчатки, ручки также одноразовые. Скопление народу не наблюдается. Каждый гражданин должен прийти, здесь безопасно проголосовать, я так считаю.